Лагерь раскинулся на берегу водохранилища в Сосновом Бору, рядом с поселком Леневка. В этом году в нем побывало 22 ребенка, чьи родители работают в корпорации. 50% стоимости путевки оплатил профсоюз ВСМПО. С каким настроением возвращаются ребятишки и что им запомнилось больше всего? Дискотека вчера. Мне запомнилось многие, много было концертов, много друзей новых. Хорошие вожатые, добрые воспитатели. Дискотеки, да. Как мы ездили в аквапарк. Оля Санникова ездила в лагерь первый раз. Она была далеко от дома и от папы с мамой, но уверена, что смену провела. Хорошо. А не страшно было, что далеко и мамы рядом нет? Не. У нас было много разных конкурсов, мероприятий. Концерты были для родителей, для детей. Был костер большой. Дискотека последняя была самая большая. Мне очень понравилось лагерь «Звездный». У нас почти через день были дискотеки, каждый день были какие-то игры. Разнообразные кружки, прокат велосипедов и самокатов, спортивные часы, развлекательные мероприятия и творческие центры сделали эту смену незабываемой для ребят. Самый настоящий восторг вызвало посещение аквапарка и необычная концепция смены, где каждый отряд представлял отдельную страну. Ребята познакомились с традициями и обычаями мирового сообщества, что в год культуры не только очень актуально, но и расширяет кругозор.